Всем привет, всем доброе утро. Собралась варить кашку деткам. Дети сегодня сказали, надо манку нам. Вот, сварим кашу манную. Так, сейчас посмотрю, суп там остался. Нет, в холодильнике у нас достало масло. Потом масло спущу. Сахара немножко, сои немножко. Три раза кипит доверху, и все, ну и выключу. Все, кашу сварила, масло спустила. Сейчас немножко постоит. Сейчас покажу, что у нас выросло в огороде. Что зашло, что не зашло. Вот здесь у нас горох вот такой сидит. Вася мне тут все скосил, все. Я руками тут все прополола. Поеваюсь всего. Но что-то у нас сегодня погодка какая-то непонятная. То и дождик будет, то еще. Тут он тоже все подкосил. Тут я грядки руками проходила. Тяпкой проходила, зашло морковка, редиска, укроп, горох. Это мой лук. Это последний, который я садила. Зашел, только почему-то в стрелку пошел уже. Надо его это поотрывать вот такие, чтобы не шел в стрелку. Так, что-то его много стало. Сейчас мы вот так поотрываем, и он не пойдет в стрелку. О, побежала собачка за мной. Зашла свекла. Вот здесь, сюда. Это я уже весь вам полола, видно было плохо. Здесь вот свекла, редиска. У нас полностью сейчас сидит. Очень ветер какой-то сумасшедший. Полость поехал. Тут зашли у нас уже дыни. Уже стали вывозить дыньки. Собачка пришла поздороваться с вами, сказать привет, да? Я их накормила с утра. Мордочка даже еще не вымыл мордочку свою. Да? Так, вот, дыни зашли. Пойдемте дальше. Посмотрим, что у нас зашло дальше. Смотрите, Вася как подкосил. Тут мы вот оставили, там тут сидит у нас вот чеснок вот этот. Мы думаем его потом, он который хороший сидит, потом его очень пересадить. Вот здесь у нас вот это все арбузы. Вот вылазит уже. Вот вылазит арбузы. Здесь вылазит. Вот здесь вот вылазит. Так, собачка, не ходи. Вот, вот вылазит. Вот. И вот вылазит. Вот у нас арбузы. Тут тоже вон арбузы вылазит. Вот тут много повылазило. Все, вот здесь. Все вылазит. Картошка. Так, вон. Картошка уже набирает свой свет. Скоро будет цвести. Вот свет уже набрала. Вот свет уже набрала. Вот такой. Здесь вот набрала. Что-то замолчил дождик. Жуки еще оно есть. Но не так много, но есть. Когда полои, сразу окусии, сразу пробрызгай. И все равно я на следующий день пошла, и все равно были жуки. У нас откуда вот тут растет вот такой укроп. Вкусный. Вот здесь, вон там. Ну, вон там, везде. Здесь. Вот здесь вот. Я вообще говорю, пока не коси здесь, не надо, пусть укроп посидит немножко. Ну, вот здесь, вот видите, укроп растет у нас. Так, вот, видите, как свет набрала, скоро засветет картошка. Умка уже тяпкает. Везде картошка свет набрала. Пойдем, сходим в парник и посмотрим, что у нас в парнике там.
какие у нас стоят там огурчики. Тут у нас вишня сидит. Ветра были. Вон как подпадывала вся вишня. Много-много. Сейчас что-то обратно. Ветра кого-то, но он нас сегодня передает. Тут у нас этот фундук. Серьезно. Тоже смотрите, вон, сколько много подпадывало. Уже краснеет он. Красненькие ягодки везде. Вот здесь вот. Вот такие ягодки красивые. Недели две, наверное, тепло. Если жарко будет, уже можно будет ее есть вовсю. Но поотпадывало очень много ее. Каждый день отпадывает. Так. Вот здесь сидят мои огурчики. Уже вот такие большие стали. Уже их надо будет сколько привязывать. Куда-то, не знаю даже. Вот сюда гвоздики делать. И так их привязывать. Ладно, придумаю потом что-нибудь. Васе скажу. Он мне придумает. Вчера все поевали. Арбузы, деревья. Все-все полностью. Такие. Вот, смотрите, какие у нас уже стаи яблочки быть. О, вот такие яблочки у нас большие уже. Так, вот это мы на этой мало, вот, ну все, ну вкусные. А вот над вот этой яблоней, которая вот здесь вот яблоня. А нет, вот есть. Есть яблони, что-то она плохо после себя. Вот эти яблони с чем? Такая она вкусная. Яблоки такие сочные и вкусные-вкусные, соку в ней много. О, смотрите, кроты роют у нас везде. Кто-то спрашивал там про собак, а что про них рассказывать? Умка сидит, этот рыжий где-то бегает, где-то он убежал. Умка! Вон она сидит, гавкала сейчас только, да? Нарыла ямы какие здесь. А что отвернулась от меня? Иди сюда, иди сюда. Беситься ей, беситься надо. Мы с ней каждый вечер ходим гулять с ней. Она довольная приходит. Это только рыжий. Он порвал на шейник, и я Умке сделала. У Васи Гудея ёвка есть. Вот такую ёвочку я ей сделала. На ей на шейник покупать. Про клещей еще. Вот таблетку дали. Вчера мы с ней пошли гулять, и у нее я на ноге вытащила клеща. Вот мне понятно, помогает таблетка, это не помогает таблетка, это... Вот, что рыжий сделал. И так он разорвал на шейник наш. Вот это тоже он яблоньки. Это вот, наверное, ранняя яблоня, но это чем яблоки были, когда мы приехали. Там немножко крупные-крупные яблочки были. Сейчас пойдем. О, вот он прибежал, бегает, охраняет. А гавкают они только так. Очень хорошо. Сейчас покажу, что Вася без меня тут купил. Со мной сказать. Мы с ним посоветовались, а инструкцию он не посчитал. Купил Вася вот такую вот траву. Удаленную, декоративную. А инструкцию не посчитал, что за ней надо большой уход. Что надо ее каждый день поевать. Жарко, не жарко, там, ну, все такое сказать. Я ему говорю, а почему, говорит, ты инструкцию не почитал? Я просто, когда что-то беру, я постоянно инструкцию читаю. Говорит, не знаю, говорит. Вот так вот. Вот такая декоративная трава. И инструкцию он не посчитал. Все, я там посчитала, что за ней надо будет очень хорошо ухаживать. Все, ее надо будет каждый день поевать. Вот сюда мы ее... Вот хотели. Тут мы его еще не доделали. Немножко. До краси. Вот розы у нас живут. Вот хорошо наши. Здесь вот почему-то только как-то плохо. И вот эту веточку отрезать ее, и она нормально будет. Нормально. Так, сейчас покажем.
виноград сидит. И рис уже отцвёл. Всё. Уже такие у нас тут розы будут скоро. Это что за цветочки? Видите, какие-то набухли уже. Тоже скоро. Почему-то их только, когда вот ветер сильный был, их почему-то поотломало половина. Здесь вот розы тоже набухают. Вот здесь скоро распустятся наши розы. Ну, на вот этом еще более-менее. Но все равно половина, вон, видите, подпадала. Собачек накормила, всех накормила. Сейчас детей еще накормлю и буду ставить, ловить бокс. Поставила мясо. Вода мне закипела. Пустила мясо. Приготовила морковку, свеклу. Сейчас достану капусту. Ой, в огород ходила и забыла принести луку. Все, потом бегаю, ладно. За луком, за укропчиком. Дети у нас уже отучились. Все, пошли уже на каникулы. Радостные такие. Утром можно в школу не вставать, да? Можно поспать подольше. Вот мясо у меня разделалось уже. Я это распускала. Вот такое, смотрите, вот какое мясо. Это мы вот купали светофоги. Уже натерла морковку и свеклу. Сейчас буду ставить жарить. Вот оно у нас жарится. Все, финалы. Все. Добавим сюда томатной пасты. Нарезала капусты. Сейчас надо почистить картошки. Мясо у меня тут как раз сварилось. Сейчас скоро дожарится морковка, лук. Ой, морковка, свекла. Пущу сюда томатной пасты. И будет у меня заправка готова. Пустила томатную пасту. Все уже дожарилось. Начистила уже картошку. Сейчас буду спускать картошку. Уже у меня нарезана капуста. Буду сразу с картошкой спущу капусту. Как все закипит, и спущу зажарку. Скажу еще в огород за луком и за укропом. Сейчас как закипит, спущу зажарку, которая у меня сковородки. И будет наш борщ готов. Спустила уже заправку. 5 минут поварится и все. И вот такой у нас получился красный борщ. Вкусный. Принесла лук, принесла лук. Все, борщ откусила. Все, сегодня вот такой у меня получился борщ вкусный. Сейчас крышкой накрою, и будет он у меня настаиваться. Всем пока, до новых встреч. Ставим пальчик вверх.